Всем салют, мы продолжаем играть в Лимбо. Все в тот же день. Это я, если кому-то вдруг интересно, то все это я снимаю в один день. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Я должен успеть. Там Оля спит и немножечко там что-то рассказывает мне. Мне кажется, что я так не запрыгну туда. Это нормально, это нормально. Но этот первый рычажок мне по-любому надо дернуть. Наверное, мне надо дернуть его не полностью. Да, все, до меня дошло опять же. Я просто, когда опускаю большую штуку, большой тот камень, то как бы половина воды перебирается вот сюда вот. И, соответственно, не намного этот вот второй ящичек поднимается. А если я закрыл дырку, то вода поднимется уже намного выше. Да, и вот, значит, теперь мне хватит высоты, чтобы допрыгнуть сюда. Да. Гениально. Блин, опять этот потолочный лампосос. А я не хочу. А у меня нет выбора. Я понял. Хорошо. Но почему он туда пошел, а не... Мне надо типа вот так вот сделать. Наверное. Понятно. Значит, это нужно было. Вопрос такой, как он тут будет себя вести? Ага, тут, то есть вверх или вниз я могу еще им управлять. Но вправо он будет идти сам по себе. Допустим. Я не знаю, что тут. Посмотрим. Так. Так. Воу. Вибрация ломает мне пальцы. Ага. А, начинает вода набираться. Надо спешить. Надо спешить. Да, мне надо ждать просто, пока наберется вода. И вот эта вот труба, которая вот справа, которая вон тоже поднимается. Тут вот стенка, точнее потолок, она под углом. И значит, как бы она вот сюда вот выбьется, и я смогу по ней пройти. Значит, будем ждать. Я надеюсь, мои супер дедуктивные догадки верны. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Да. Ведь она такая выкакивается. Выкакивается, да. Но мне не стоит шить, потому что там вон шипы. Я же не хочу наштрихнуться на шипы.
мне надо было за это время, короче, сходить налево, я понял, потому что не я же управляю своим мозгом. Я понял. Вот так вот. Давай. Потому что он должен идти либо вправо, либо влево. Пока у него этот потолочный лампасос на голове. И в прошлый раз я умер, потому что он нашел только влево. А мне надо, чтобы он нашел только вправо. Теперь он у меня идет только вправо. Окей, ждем. Я так спешил, то что все равно приходится ждать. Но главное это не рано спрыгнуть. Надо спрыгнуть тогда, когда будет как раз вот идеальный момент, чтобы допрыгнуть. До того. Вот так вот. Здорово. Они меня захавали. Так, а что тут? Там оно поднимается, тут оно поднимается. Значит, мне можно идти только наверх. Хорошо. А что слева? Слева ничего. Но они зачем-то же они это сделали? Значит, какой-то там смысл есть в той норке. Просто я ее не понял. Ну ладно. Что тут? Я правильно сделал, что спрыгнул? Я думаю, что правильно. Хотя, ну, я умру, да? Да, я умру. Но мне интересно, а вдруг там единороги и бабочки? А я к ним не попал. Опа. Ну, я помню, что по трубе мы можем карабкаться, так что все нормально. Она сейчас отвалится? Да, она отвалится. Ух ты. Оно время от времени то включается, то выключается. Электричество. Поэтому я могу проходить сверху либо снизу. Ага. Все, я понял. Сейчас я выкуплю хронологию. Аж. Ага, значит, он не включается вообще. Ага, все, я понял. А, ну я ж как бы прыгал типа на ход с расчетом того, что оно отключится, пока я долечу. Там просто справа потом есть типа выключатель, который я могу выключить. Блин, опять я немножко не успел. Первый раз был самый идеальный. Я, если отсюда упаду, то я умру, да, мне так кажется. Поэтому мне надо ловить момент. Ну, почему? А я, кстати, наверное, могу спрыгнуть сразу там и за веревку зацепиться. Наверное. Вот так вот, если я могу же сделать. Нет, я не зацепился за веревку. Ну ладно. Сейчас я еще разок попробую за веревку.
теперь падай, падай. Да. Гениально. А почему я умер? Почему я умер? Ой, мне кажется, я не успел. Да. Давай, 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 давай. Раз, два. Пью. Падай. Ага, мне просто надо было его не касаться. Я, наверное, в прошлый раз коснулся, и вот и вся беда. Окей. Ну все, теперь не будет электричества, это хорошо. Осталось только всегда допрыгивать. Тут же не должно быть никаких там подколов, проблем, вот как вот этот вот. Ну да, я что-то размечтался. Никаких подколов, проблем. Тут что, тут ничего. Что, мне просто падать? Угу. Вот я на какой-то стеклянной крыше. Она могла разбиться. А ну, давай. Нет, она не разбивается. Интересно. И что? Я опять чего-то не понимаю. Нет, я понял, я понял. Я должен его разогнать для того, чтобы оно упало и разбило таки то стекло. Нет, этот вариант отпадает, значит, мне надо просто его катнуть и спрыгнуть с высоты на стекло, чтобы оно разбилось. Давай, забирайся, 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 забирайся. Вот так вот. Да. Юху! Угу. А куда мне идти? Влево, вправо? Значит, скорее всего, вправо. О, тут потолочный лампосос. Ага, но он меня будет убивать об эти штуки, я понял. Я же сейчас умру. Ну, потому что эти ведра упадут на меня, придавят. Значит, мне надо их повалить до того, как брать этого лампососа. Хорошо. Хорошо. А что дальше? Тут. А дальше ничего. Все, значит, нормально. Значит, мне надо таки дальше идти вправо. Ну, я просто думал, может, там сюжет будет продвигаться уже в левую сторону, а не вправо. Но нет, мы будем идти постоянно вправо. Ну что, лампосос?
привет. Ну, давай я тогда его ускоряю. То есть он как бы идет типа сам, но я могу вот его либо замедлять, либо ускорять. Он будет идти только в одну сторону, пока не упрется типа в солнечный свет. Солнечный свет его типа выжигает, пугает, и он разворачивается в другую сторону. А что будет тут, кстати, я вообще без понятия. Надо сейчас будет не тупить, чтобы опять же все это не делать, не повторять по 4 раза. И эти, кстати, вот этот вот лампасос, который у меня на голове, его... Их могут схавать, его может схавать только червь потолочный. Блин, а что ты так далеко зашел? Я все это время иду вот без права. Без возможности вернуться назад, что ли, или как? Эта кнопочка на что-то сделает. Я должен подождать, я должен подождать. Жди, 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 жди. Вот, молодец. Западло. Я думал, я его могу остановить таким образом. Нет. Мне надо на него встать и перепрыгнуть эту пилу. Так, все, замедляемся, замедляемся, замедляемся. Вот. Замечательно. Вот. И лампасос они захавали. Так, я, конечно, могу назад пойти, потому что там что-то было, по-моему, очень интересное, как по мне. Но я, скорее всего, умру. Но я попробую. А, и, скорее всего, я потом не смогу перепрыгнуть эту... А, нет, там я видел, какой-то ящик был. Значит, я смогу его перепрыгнуть. Если его донесу сюда. Да выключайся. Ага. Нет. Значит, это просто была замануха. Так, стоп. Я должен был сохраниться не тут. А как я тогда назад попаду туда? Абсолютно никак. Угу. Ну, разве что вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Тупо. Тупо. Тупо-тупо-тупо-тупо. Очень тупо. Я подожду, пока оно поднимется максимально вверх. Нет. Нет. Вот теперь оно должно подняться максимально вверх. Нет, оно просто стало на свой уровень. Значит, мне надо его раскачать. Вот так вот я его раскачал. Замечательно. Так, теперь вот эту штуку я могу толкать. Вот так вот. И еще разок. И на следующий раз я уже точно сейчас допрыгну. Да. Здорово. У меня только вопрос один. Зачем я туда возвращаюсь? Там что-то будет реально стоящее. Вряд ли. Мне кажется, что вряд ли.
А тут же больше, по сути, ничего и не было, да, такого, чтобы я что-то мог взять или сделать. Ну, разве что вот эта вот веревочка, но я ее не могу взять. Да, потому что на этой веревочке был этот лампосос. Угу. Понятно, хорошо. Тогда идем назад и просто я видел, что тут можно типа вверх забраться на вот этом вот ящике, я думал. Но мне кажется, что он слишком маленький. У меня не получится забраться на нем вверх. Вот тут вот. Хотя, может и получится. Непонятно. Ну тогда действительно получается, что я не могу забраться. Ну как, я не смогу потом циркулярную пилу обойти. Я думал, я смогу этот ящик потом туда докинуть. Ну, по-моему, нет. Потому что даже вот так вот я не могу туда допрыгнуть. Вот тут типа вверх-вниз, но нет. Все, я понял. Я понял, надо нажимать кнопку действия. Все мне стало ясно. Как бы я вижу, что там что-то есть, но я не понимаю, что и как и зачем. Вот тут мне этот ящичек, наверное, где-то и пригодится. Наверное. Сейчас я не могу его туда. Ого, а что делает эта штука? На веревку спустила. Окей. Ага, я понял. Понял, не дурак. Наверное. Но оно же зачем-то вот так вот делается. А зачем оно так делается? Зачем оно так делается? Мне все-таки стало интересно. Вот тут вот я продолжу. Что будет, если я пойду дальше вправо после этой пилы? Потому что, ну,
как бы у меня второй возможности не будет туда пойти. Я просто думал, что мне это ящичек понадобится в другом месте. Тогда стоит посмотреть, что там будет дальше. Ага. Ничего там не будет. Ничего. Значит, можно тут продолжать, где мы, по сути, и остановились. Я просто так понимаю, что мне эту штуку надо раскачать настолько, чтобы она добралась аж сюда, вот. И потом, как бы, типа, заклемить, застопорить вот качельку, чтобы она не ездила вверх-вниз. Вот это вот плохо. Ну, сейчас я разберусь. Сейчас я разберусь. Ну, с этим вот всем понятно. Я не могу допрыгнуть, потому... Или могу? Нет, не могу. Мне надо именно тот ящик. Но чтобы этот ящик туда доправить, мне надо как-то обойти вот эту вот хитроумную систему. А я не смогу его так заклемить. Ну, тут есть кнопки вверх-вниз. Возможно, они что-то... Все. Все, до меня тупо дошло. До меня тупо дошло. Вот. Вот так вот я должен это сделать. Вот. Да. Здорово, здорово. Так, надо посмотреть вообще, чё почём. Сколько идет уже серия. 29 минут. Ух ты. 29 минут. А как мне тут быть? А, я знаю, как мне тут быть. Мне надо назад рычажок нажать. Вот так. И теперь я смогу допрыгнуть вправо. Раскачиваемся. Прыгай. Норм. Окей. Я думаю, что я тут закончу. Потому что уже 30 минут. Да. Всем тогда вам спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. И всем пока.